Москва, 31 декабря 23 года. По улице едут одни таксисты. Я вот хожу, смотрю, вот эти новые домики начали строиться. Мне вот интересно, построятся ли их, или же это все-таки превратится в руины. Ну, мое субъективное мнение, ипотечный пузырь лопнет наверняка в ближайшее время с такими процентными ставками. Люди не смогут вытянуть. Доходы падают. Улицы пустынные. Я сейчас устроился работать. Ну как устроился? В своей же компании. Просто объект взял, отпустил человека отдыхать. А сам пошел вместо него работать. В общем, там практически пустой офис на охраняемой территории. Будет у меня возможность восстановить свои силы, энергию. Опять перейду на кето-диету. Уже начал бросать углеводы, выводить постепенно из своего рациона. Вот, отдохну, высплюсь, помедитирую, составлю планы на Новый год. Учитывая ситуацию с дороговизной яйца, мяса, наверное, реанимирую все-таки свое инкубационное хозяйство, которое я в прошлом году забросил. Введу некоторые изменения, но все это будет в январе. Сейчас пока праздники, надо отдохнуть, отработать, денежки немножко заработать, поправить свое материальное положение. Вот такая вот красота, оттепель. Сегодня ночью шел такой дождь со снегом и был гололед. С утра я прям даже вышел, скользко. Ну, дома смотрю камеры, вообще тепло. Ничего не замерзает, водопровод растаял. Я вчера даже воду наливал в бассейне, потому что снег кончился. Вот такие вот варвары скамейку сломали трактором. Ну а что, взяли ее, сгребли тупо в мусор. Да, такие вот домики стоят, и там дальше строятся. Я свой канал потерял же на Ютубе, его заблокировали. Вот, ну и я уже 2 месяца как развиваю новый. Сейчас 450 подписчиков, честно добытых. Кто-то меня нашел по старым видео, ну, короче, перезаливал некоторые, считаю, это честно добытые подписчики, которые в моем коллективе, так сказать, подписываются и приживаются. Поздравляю вас всех с наступающим 24-м годом. Надеюсь, все-таки у нас перемены будут к лучшему. Все предпосылки к этому есть. Канал буду развивать, ну, считаю его как бы пенсионным своим накоплением. В этом году наступающем, значит, ну и наступающем прошлом у меня был суд с пенсионным фондом. Первый этап я уже, можно сказать, выиграл, потому что судья все-таки сделал запрос в систему МВД УПСИН. И сейчас я ожидаю результата на 20 января. У нас будет еще один суд. То есть пенсионный фонд, кончившись у них все аргументы, они заявили, якобы я являюсь пенсионером МВД. Хотя я из системы уволился 20 лет назад, и льготной высылки у меня не хватало. Вот, ну ничего. Посмотрим на ситуацию. Все-таки я, наверное, ну, на будущий год планирую
планирую покупку земли в Подмосковье. Пока только присматриваюсь, уже нашел участок. И, в принципе, сумма меня устраивает. И расстояние, и дорога туда. Так что посмотрим, как это все сложится. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем до свидания. С наступающим.